Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы расскажем вам о рейтинге беднейших стран Европы. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, вошла ли Армения в этот список, и если да, то какое место она заняла в нем. Поехали! Армения заняла 4-е место в рейтинге беднейших стран Европы, составленном украинским аналитическим сайтом. Аналитики составили рейтинг стран Европы по уровню заработков населения. Самой бедной страной признана Украина. У украинцев оказались наименьшие среди европейцев доходы. Средний размер зарплаты в стране составляет 190 евро в месяц. Россия заняла место в середине рейтинга со средней зарплатой за вычетом налогов в 744 евро. Средний уровень зарплаты в Армении после уплаты всех обязательных налогов составил 251 евро. А самая высокая зарплата оказалась в Швейцарии – 4400 евро. Несколько меньше получают в Исландии и в Норвегии. Будем надеяться и верить, что Никол Пашинян и новое правительство приведут нас в тройку самых богатых стран, и наше процветание будет продолжаться еще много поколений. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте, пожалуйста, лайки, если вам понравилось это видео, и будете в курсе всех интересных новостей, так как мы будем записывать подобные видеозаписи и дальше. До скорой встречи!